Мы продолжаем, и мне там предложили им пианино купить. Больше никто ничего не предлагал. Ну, давайте не пианино, давайте в смысле, синтезатор. Возьмем. Я не то, что думаю, что им что-то надо. Ой. Синтезатор. Вот. Ну, в принципе, они у нас с музыкой связаны. Наверное, им это более-менее в тему. Какой-нибудь прикольный. Сколько он стоит? Ну, 1000. Ну, ладно, 1000 мы себе... Позволить могем. Тут поставим он у нас в тему так. Тут мюзикальный уголок. Все? Отлично. С праздником справились. Быстро мы. Дальше у нас по плану фотографировать Мухахашеньки. Остров, короче. Только нам надо добечь вот сюда. Все. От компьютера отстань. Вы у меня с досугом все плохо. И... Тоже увлажнение. С едой, в принципе, ок. Давайте сейчас тогда на сходе в туалет. Мы со всеми тремя съездим на остров. Быстренько там пофоткаем, покупаемся. Вот, а потом... Один знакомый во всех красках описал, как он вас ненавидит. Постарайтесь вести себя лучше. Ненависть до добра не доведет. Это адажио пишет наш человек-сосед. Будешь возникать, и тебе прилетит. Ты смотри, у меня сегодня девчонки агрессивные. Пусть сына-то учится. Заказали воду, заказали, привезут 17 до 19, уже 21:15, тишина, работают они до 7, на телефон не отвечают, сами не перезвонили, просто забыли про нас и все. И как назло, жара и вода кончилась, отстой. Короче, по поводу воды. Мы с Крисом воду бутилированную покупаем, 5-литровыми, сами таскаем ручками. У нас тоже есть сервисы по доставке воды, но не знаю, мы что-то как-то, ну, привыкли уже и как-то, ну, просто эти большие бидоны, как бы, у кого они там были последний раз, непонятно и все такое. В общем, то есть мы воду сами носим, не заказываем. Как-то выходим из дома, стоит, по-моему, даже две бутылки стояло больших. Ну, вот эти, которые сервисы носят. Мы такие не поняли. Ну, мы их... Ну, прямо под наш... Что она делает? То есть прямо под нашей дверью стоит вода. По-моему, даже две стояло бутылки. Что ты делаешь? Мы ничего с ними делать не стали. Они так простояли почти сутки. Их потом все-таки забрали. То есть, видимо, адрес перепутали. Что она делает? Зачем она это делает? Что ты делаешь? Ты прячешься, потому что тебе стыдно? Или что? Что это? Я такая, у меня-то никого нет дома. Вот. Так что у них тоже бывают всякие ошибки. Может, вашу воду тоже кому-нибудь в другое место привезли. Мы считали через сервис дешевле, чем в магазине. Купили помпу и не паримся. Только вот сегодня прямо подстава. Нет, это дешевле, само собой. Это я ни разу не спорю, что дешевле. Просто... Ну, мы пока до этого не дошли, скажем так. Может, когда-нибудь дойдем. Когда носить совсем тяжело станет. Все, мы можем отправляться. Ты накупалась, зайка моя? Она спит. Не, она, по-моему, не спит, она, по-моему, прячется, мне кажется. Потому что у нее тут стыдливый мудлет был. Мне кажется, это было спрятаться. Теперь у нее играться в ванне. Все, давайте вот там девчонки встали отправиться. А, тебя смотрит Натали Кисель. Да, на меня Натали подписана. Я не уверена, что она меня смотрит, как вы понимаете. Как я тоже на нее, кстати, подписана. Я тоже ее редко смотрю, но мы, да, но мы друг на друга подписаны. Когда она еще только начинала, она там, кстати, первое видео там и про поняшек тоже снимала. То есть она, в принципе, поняшками интересовалась в свое время. Так, меня в сервисе воды одно отталкивает, что именно вот вы же как бы бутылки-то вам привозят, которые как бы всеми пользуются, да, то есть тебя одну забирают, вторую привозят, правильно? Я правильно же понимаю? Вот, и вот это меня пока что меня это смущает. Вряд ли перепутали, потому что оплату за воду берут на месте. Если бы не достучались за нас, то просто ушли бы и не стали бы воду оставлять. Тем более, они не просто дают бутылки и меняют на наши... Вот, я про это и говорю. Я и говорю, что у нас под дверями стояли бутылки с водой.
Мы их не стали, естественно, никуда себе утаскивать. Вот прямо под нашей дверью. Вот прямо под нашей дверью. То есть они там простояли меньше суток, и на следующий день их забрали. Ну, очевидно, те, кто их привозил, потому что у нас, кроме нас, по-моему, больше никто не это самое на этаже. Такой фигней не заморачивается. Вот. И то есть есть мнение, что перепутали явно что-то. Как-то. Ну, самое суть, что бутылки оставили. То есть, понимаете? Просто оставили бутылки под дверью, не забирали даже пустые. Просто вот кому-то привезли и оставили. Вот это я вообще в шоке была. Что там, фоткать надо? Давайте сфоткаем пещеру. Сфотографировать. Даже красная полоска. Красная такая, ты такая красная. Уже не красная. Сейчас нам надо 5 штук сфоткать. Это надо растения фоткать, а пещеру это за один раз считается. А можно все 5 раз на пещере сфоткать, чтобы далеко не ходить? Интересно, это засчитается? Да! Можно одну пещеру 5 раз сфоткать. Один раз мой Сим-Симки сделал приложение, она отказала, и он от смущения погиб. Да, такое, кстати, тоже бывает. Бывают и такие огорчения, печальки. Давайте поплаваем вместе, вот, а потом пойдем. Ну, с Пузыриком, кстати, давно не общались. Потом пойдем где-нибудь перекусим. Только я не знаю, где. Ваше предложение, куда пойти похавать? Ну, и не считая дома. Их привозят с пломбой, надеюсь, моют их и не просто пломбируют. Ну, вот я тоже на это надеюсь. Конечно же. Не, ну ты еще просто живешь в городе поменьше. Я думаю, что у вас там число вариаций меньше. Вот, поэтому. Ну, в смысле, людей меньше, соответственно, меньше шансов нарваться на что-нибудь такое. Не, конечно, их, по идее, должны мыть, стерилизовать и прочее, прочее, но сами понимаете, как это у нас. Все классно. Мамора, давайте съедим пузырика. О, нам сейчас, мы, кстати, досуг сейчас поднимем. Он о вулкане думает. Я за один очень хороший ресторан. Вы еще раз туда хотите пойти? Давай снова в ресторан, еще хочу посмеяться. Ну, я не знаю, если там народ не против, можно, конечно, попробовать дубль 2, только при этом сесть поближе к столу, может, тогда быстрее заказ принесут. Тоже хочу в ресторан. У нас последний раз вода простояла почти месяц и не зацвела, значит нормально. У нас в городе в основном офисы воду заказывают для кулеров. Ну, да, у нас тоже в основном офисы, конечно же, заказывают, но некоторые, ну, как бы, население некоторые тоже заказывают. Месяц. А что это так у вас долго месяц стоял-то? Сколько там литров? 15 же в этой штуке? Или 20? Или 10. Нет, она там 2 литров 15, по-моему. Да ну, это ж... Даже если просто на чай, то не так долго. Давайте сядем прямо рядом с кухней, да. Время приноса не зависит от места нахождения. Думаете? Хотелось бы мне на это надеяться. Время приноса зависит от везения, да? Хорошо, ладно, сейчас в ресторан сходим. А где у меня остальные? Что вы делаете? Что ты делаешь? А куда вы плывете? О, пельмень! Давно мы его не видели. Кстати, Аря, ты его знаешь? Все, рыба, рыбь уплыл.
Серьезно, она подъезжает на этой штуке. Сейчас мы с ней познакомимся. Давайте с пельменем сходим в этот, в кафе. Для разнообразия. Р, разнообразие. Положить в багаж и отправиться. А ты что, не выспалась, что ли? Все так плохо? А даже если не в настроении на кого-нибудь орать, что она не выспалась. Иди клади тарантайку в свой багаж. У меня есть тот кексик, и он сейчас ест кексик. А, кот кексик, и он сейчас ест кексик. Милашно. 19 литров, мы по 2 берем, пока одну пьем, другая стоит, потом пьем вторую, потом покупаем сразу 2. Угу. Прикольно. Все, забрали? Так, тогда отправиться. Что он забегал? Давайте сядь, да, это читала. Давай в ресторан с пузыриком, он, к сожалению, не активный. Короче, двадцатка. Ну, то есть это 20 литров, это 4 обычных бутылки. Нам бутылки с крысом 5-литровой хватает на день примерно. Ой, к нам на работу через час. Обидка, ну ладно. Где у нас тут было это? В кофебарах? А, Тома, как будет называться серия? Так будет с каждым? Не, я не знаю, я потом придумаю, как они будут называться. Рестобаран, да. Купила дополнение на острове, теперь сижу, жду, пока закончится обнова Ориджина. Уже в предвкушении, как будут топить мужика из ресторана. В предвкушении. Ой, у нас как все плохо с досугом. Давайте мы покачаемся на качельках. Вот. А девчонки пока... Кто у нас тут самый по потребностям? Давайте у нас Соната закажет. Ты пока в туалет сбегай. А Сонаточка у нас пока столик закажет. Вот этот вот. На сколько тут? 3? Нам на 4 вот этот. А чё это? Этот стол уже заняли другие. Ух ты, эти другие посетители. Ну, тогда вот так давай. Отведите нас куда-нибудь. Нам на 4, пожалуйста. Нам, пожалуйста, на 4 отвезти. А чё эта гитара там стоит в кустах? Прикольно. Ага, ты тут опять? Да, да, да. А, боже, ты мой. Что? Чувак, ты нормальный. Мне кажется, он немножко безумный. Ёкарный бабай. Даже неудивительно, знаете. Вот это у нас официант, ребята. Соначка, ты закажешь столик или нет? Тут уже очередь? Да... Да вы чё ж? Подождите, тут нету черты характера. У этого места не было черты характера одежды по желанию. Не издевайтесь надо мной. Я сейчас проверю. Нету такой черты. Что это за нудистские позывы у всех? Это все безумные или просто дождик хороший? Мы сядем, конечно же, не в помещении. Серьезно? Что? Что вообще за... Это какой-то проклятый ресторан, мне кажется. Он у нас боится, поэтому пошел помыться, думаете? Мне кажется, это уже неспроста. Человека музыка? А мне вообще не важно. Давайте мужику самое обычное возьмем. Это просто вынос мозга, серьезно.
Я, конечно, беру на Арию, но, скорее всего, она уже к тому времени учапает. Давайте что-нибудь недорогое возьмем. А мужику возьмем выбор шефа. Посмотрим, как он ест пальчиками своими толстенькими. Ха-ха-ха. Ну что, у тебя хоть чуть-чуть досуг поднялся? О, слушайте, она себе накачала досуг. Все хорошо. На работу тебе когда? Идти на работу. Все, Ария, сорян. Ты идешь на работу. Сейчас она сядет и потом пойдет на работу. Иди на работу уже. Я бежала внутрь. Иди на работу, дурочка. У тебя работа 3 часа в день, и ты даже на нее сходить не можешь. Вроде ушла. У нас очень романтический дужин под дождем. Так, вы знакомы или нет? Нет, не знакомы. Сегодня у нас третий, не лишний, третий запасной для разряда обстановки. Я надеюсь, нас молния не пролетит. Если нас пролетит молния, это будет вообще, конечно. Так, все. Отлично. Она ушла на работу, нет? Где? А чё это так не спеша идешь на работу? Пока. Ну, я пойду на работу потихоньку. К концу рабочего дня, возможно, я до нее дойду. Ух ты, она идет по воде. Ну, да-да, я понимаю. А не хотите ли сходить на фестиваль шутки и забавы? Иди в баню. А что это? Тигровая креветка с дымком? Прикольно. Мне кажется, она чужую еду взяла. Я ей креветку заказывала. А ты чье взяла? Мужика? Баклажан. Это пельмешкин баклажан был. Алло, это наша така! Что это за ресторан такой? Санаточка, кушай быстрее хотя бы это. Тут уже все разобрали. Что это за ресторан такой? Почему? Теперь эти нашу еду. Вот она наша пицца. Это в прошлый раз мы воровали с чужих тарелок. В этот раз... А пельмешки ничего не досталось. Ой, а что он делает? Что ты записал? Вообще, что... Вы же знаете, что если молния перса 2 раза ударит, то будет... То у нас будет Тор. Если выживет, то будет. Чувак, алло! Что за грязные тарелки? Ну, мужик. Нам решили отомстить. Давайте мы всех побьем. Ария, бог идет по воде, да. Мне кажется, когда принесут еду, Ария вернется с работы. Видите, в этот раз быстро принесли. Ну, то... Да вы издеваетесь! Чувак, это уже соната. Даже уже ела эти... Почему Адажио ела эту тарелку? Она ее поставила на стол, а пельмешку сразу же уворовал. Голодные игры, битва за еду. А как ты ее... Подожди, ты чужую тоже взяла? Откуда ты взяла эти баклажаны? Это же мои баклажаны. А, я надеюсь, вам не сильно громко. Я постаралась стучать подальше от стола. Это действительно, это же мои баклажаны. Или твои. Это совершенно точно 2 тарелки баклажан. Ну, мы не нашли друг друга. Ой. Я не смеюсь.
Что не так? Ну ты тоже теперь с баклажанами. У него баклажан, у тебя баклажан. Все хорошо. Бич было по столу, да. Первый раз вижу, что еду можно так забирать. Да я тоже. Тем более, они вообще тут друг у друга это... еду забирают. Просто, что за... День под названием «Забери еду у всех». Да в прошлый день то же самое было. Это какой-то проклятый ресторан. Пельмежо, да? Вы уже придумали им название? О, Ария пришла. Отправить сюда. Тут тебе еще осталось. Вот, напиток можешь взять. Что происходит? Я не знаю, что происходит. Происходит что-то странное. Это однозначно. Представляешь, что надо в туалет надо сходить. Чё у него тут? Палочки. Это было близко. А во что попало? В пол просто, да? Соната такая. Я пойду отсюда. Можно я пойду уже? Кстати, мы можем использовать зов русалки и распогодиться, на самом деле. Но это не прикольно. Как вы понимаете. Что у нас по еде? Вот это так и не поела. Красавица, давайте мы тут что-нибудь закажем. А это наша шипучка или это местная шипучка? А мы за стол заплатим-то или в баню? А, закончить... А так наша тарелка была. А можно не расплачиваться? Можно я не буду расплачиваться в этом ресторане? А если мы не расплатимся в ресторане, нам будут какие-то санкции? Серьезно, а если мы не заплатим за еду, нам что-нибудь будет? Кто знает. Я не очень хочу платить за еду, которую мы не ели толком. Да что вы тут все глушом моетесь? Успокойтесь. Кикайте, хлопцы, да. Просто напишут, что сняли деньги сами, в следующий раз оплатите. А, ну тогда заплатим, раз все равно сплатим. В тетку попала! В тетку попала! Минус тетка. Сейчас она разденется и будет мыться, да? Конечно же. А даже Соната там задвигает про это самое. Персонал ресторана надеется, что вам понравилась еда. Не понравилось, еда, мы толком не поели. А, ты взяла чипсы? Сейчас мы доедим чипсы и пойдем из этого дурдома домой просто. Это невозможно. Что у нас по досугу? Вот, давай ты пойдешь покатаешься. А то я боюсь, что ты умрешь где-нибудь плавая. Или не, хотя нет, наверное, не умрет. Русалки могут утонуть, как вы думаете? Ну надо же, тетка... А, дождь закончился, поэтому тетка не моется. Пельмеш, беги. Да. А что они делают? Вот что это за действие было? Они что-то все так любят записывать? Что? А есть у кого-нибудь еду? Можно у кого-нибудь теперь мы с еду своровать? Коктейль выпить. А потом мы пошли во все тяжкие и стали пить то, что уже нормально. Они так пришли. О, еда! Хватай! Хватай! Хватай еду, пока он... Он нашу еду ел. Это все будет честно, если мы его еду тоже съедим. Хватай быстрее. Но первый того еда. Наплюй, бери все равно еду. Бери еду. Там... Вот. Чувак. Ты съел ее пиццу, так что все честно. Я не вижу вообще претензий. Это... Проблем. Вот. А, так, у тебя все отлично, иди домой спать. У тебя в туалет надо сбегать. Давай ты тут сходишь. Или тоже домой пойдешь. Ладно, тоже иди домой. Что-то играет.
А это островное радио такое. Заунывненькое. Тетя, конечно, прилетела знатно. Своровали чужие ужины, ладно. Хватай и беги, да. А могла бы быть русалка Тор. Это если бы пережила. Уверенная. Полыхающий напиток. Все, идите вы домой все. Этот напиток так и полыхает. И до сих пор полыхает у меня во рту. Невероятно. Вот это вы тут, конечно. Короче. Это бы... На удивление, мы сегодня ни с кем не дрались. Как-то так у нас получилось. А что это за мудлетик? Да неловкое замечание все еще. А сколько оно у тебя будет? Долго у нее это смущение будет, интересно? Такая, все-таки я устали. Возьми устойчивость к молниям. Да ладно. Так прикольней. Давайте на третий день тоже сюда придем. Нет, хватит с меня. Это в ресторан. Стрим будет еще 20 минут идти, примерно. Ария сдерживает эмоции. Да. Она бы тоже на кого-нибудь наорала, но... Она выше этого, да? О, туалет свободный. Беги быстрее. Отправить сюда, отправить сюда. Так, тебе тоже надо... Ты сразу бухайся спать. Так, ты тоже говдо. А там не надо ничего полить? Или оно тут поливается самостоятельно, да? О, смотрите, волны. Ух ты. Знаешь, конечно, плоские, но тем не менее. Типа волны. Прикольно так, да? А в воду молния бьет? Хороший вопрос. День скидок прошел успешно. Хоть что-то у нас успешно прошло. Давно у нас не было землетрясения. О, духи. Духи. О, повышение. Так, работаем из дома. Директор фонда охраны природы. Новая одежда для эколога. Можно теперь использовать цветочный парус и убрать цветочный парус. А типа раньше нельзя было? Окей. Так, адажо. Пообщайся, пожалуйста. Тут у тебя прямо рядом с кроваткой стоит чувак. Слушайте, она спать хочет ужасно, общаться с духами. Давайте на вам бодрости. Подкиньте нам мудлет бодрости, пожалуйста. Очень не хватает. Вот очень не хватает мудлета бодрости. Короче, новую одежду нам дали. Кстати, у Саната же есть свой парус. Надо на нем покататься. Ей, мудлет бодрости. Вот и поспали. Патрулирую. А что у нас тут? О, раковина поломалась. Раковина поломалась. Так, сходить и потом починяй, пожалуйста. Так, ну ты уже берешь еду. Молодец. Что тебе надо делать по работе? Убрать мусор на острове и взять образцы водопада. А, ну, отлично. Сейчас тогда съездим на остров поработать. Так и будет. Так мы и быть. Так мы съездим. Слушайте, мне кажется, она заглючила с этим мудлетом. Может, после перезагрузки он уйдет? Потому что он уже должен был 150 тысяч раз уйти, но почему-то до сих пор не снялся. Мне всегда было интересно, когда в фильмах ужасов, трейлеров или других герои умудряются где-то поесть и сходить в туалет. Да вообще, все-таки интересное.
У нас, кстати, вот есть парус, на котором мы так и не катались. Кря-кря. Так, и сходи там заодно рядом. Раз ты там, бери хавчик. Так. Ты потом протри, пожалуйста, усердно. Все, и мы, в принципе, готовы ехать на остров, да? Фоткать и образцы водопада брать. Что за звонючая тарелка? А, да ешьте, ладно вы. Ой, ну не надо так-то швабры-то пинать. Видели, видели? Кстати, отрицательно это самое. Швабры она пинает. Да я понимаю. Что тебе надо для повышения? Ничего. Удобно. Что делать? Обнимашки. Ну да, да, они-то... Что, ты тоже обнимашек хочешь? А мне обнимашек, я тоже обнимашек хочу. Петь в караоке дуэтом? Ой, это плохая затея. Что, у нас последний человек доест? Жуй быстрее. Будем считать, что надоело. Да ладно, они нормально говорят и даже не держутся. Вы себе представляете такое? Вообще, необычно, я бы сказала. У них все-таки в красное ушло. Что-то они тогда рассорились, я даже не... А вы помните, с чего они начали ссориться вообще? Они просто начали ссориться и все. Я вообще этого тему не поняла. Сонату швабры, да. Черный экран? Мира нет, вроде все хорошо. Перезагрузи страничку. Так, значит, вы хотите, что хотите делать, а нам надо убрать мусор. И что еще делать? Образец из водопада, да? Три мусора и образец из водопада. Во, нет, это чайка. А мусор? Давайте пока сходим, возьмем образец из водопада, пока мусор я поищу, если он вообще тут отреспаунился. А, взять образец. Так, и ищем мусор. Нам надо три мусора. Проблема в том, что этот мусор не всегда быстро спаунится. А, или можно просто убрать мусор на пляже в любом месте. А, ну тогда это будет проще. Чайки, смотрите, ходят. Ходят чайки. Ну, в смысле, вот, потом просто на песочек нажать, и уборка на пляж. Сейчас возьмем эту самую, попробуем потом. Сначала образец, а потом уборка на пляже. Искать мусор или нет? Интересно. Ты взяла образец? Взяла. Нам надо подождать какое-то время, чтобы он снова был активен. Ссора была из-за того, что у Сонаты было такое желание. А, она... Ну, я не исполняла, да? Она сама захотела исполнить. Какая Соната у нас? Вредная. Я не знаю, это то или не то, потому что, ну, другого тут пока нету. Да, то вполне подходит. Уборка на пляже, искать мусор. Там еще возьмем образец, наверное. Тихто, тетенька, мы знакомы? Да, по-моему, уже знакомились. Давайте потом поднять настроение. Соната что-то находит, деталь для улучшения приборов. Извините. Девоньки у нас там купаются, да?
Даже общаются вроде. Молодцы. Ей. Птичья клякса на плече. Чайка достигла цели. Это чайка. Мы пойдем сейчас пинать чаек, я чувствую. Где они были? Где эти шкодливые птенцы? Что там было? А, испугать, да, по-моему? Игривый. Или охотиться? Что-то я не помню. Ох уж этот водопад, он пользуется популярностью. Опять заканчиваем на том, что гоняем чаек. Сейчас вам мало не покажется. Кря-кря! Нет, нет! Не бейте нас! Мы высокополигональные чайки, не надо нас убивать. Это птичьи мозги. Это... А, игривый все-таки охотится игривым для этого. Окей. Давайте сфотографируем. Подождем, пока появится эта штука. Топить чаек, точно. Если бы можно было топить чаек, мы, возможно, так бы и сделали. Кстати, а что у нее по отношениям с этим чуваком-то? Они на романтике все еще. Предмет воздыхания. Обжора, самоуверенный дитя острова. Просто. Ей мы с работой закончили достичь шестого уровня навыки логики. Это что, теперь логику прокачивать, что ли, надо? Подожди, можешь ты перед тем... А куда ты бежишь? Нырять без снаряжения? Нырять без снаряжения, она бежит. Нам надо покачать логику. А на чем у нас логика качается, кроме шахмат? За компом что-то можно делать, да, еще? А вот эту логику качает, интересно, анализ? Если качать, было бы неплохо. Сейчас узнаем, качает он или нет. Нет, по-моему, да? По-моему, не качает. Фейс. Слышно отрывисто опять? Ну, сорян, я ничего не трогала. Оно само. Нас тут просто проходной двор. Ну давай, сыночек, еще парочку. Так, и нам только не хватает логики, да? Логика, логика, логика моя. Бедные чайки. Не бедные, они нормальные. Что вы делаете? Кстати, сколько времени-то? Нам уже, наверное, да, 55 минут. А, с камерой. Что? Что с камерой? А мы можем... Дайте-ка, где мы? Где мы? А где все остальные? Люди, ау.
О, наши синие водоросли. А пузырька можно? Они и днем светятся? Прикольно. Давайте плавать здесь вместе. Сейчас я с ними поболтаю, логику порассказываю. Хотя надо дома, конечно, логику просто покачать на компе. Это что за древние письмена? Прикольные тут. Смотрите, оно улыбается даже. Оно вам улыбается. Забавно. Что вы думаете по поводу нашего краснохвостого мужика? Мириться с ним или нет? Что-то он дерзкий такой. Что даже я не знаю. Не звонит сам, не пишет. Ну ладно, звонил и писал, конечно. Я, конечно, вру. А что он как раз-таки и звонил, и писал. Давайте мы... Вот, обсуждать логические головоломки. Классно, над ней эти самые духи летают. Аккуратнее! Между прочим, тут люди плавают. А, вы с нами хотите пообщаться? Женщины. Прикольно, они брызгаются, да? Давай мирись, пожалуйста. Как называется участок, на котором стоит дом Дезингс? Это стартовый участок, он возле пляжа слева. Я не помню, как он называется. Как это называется? Короче, дома будем качать логику. Тут мы будем логику очень долго качать таким образом. Хотя тут не так много осталось, но от того, что мы говорим, это очень маленький процент. Эксперимент вампира на острове провалился. Он сгорел на солнце в гостях. Ха-ха-ха. Сгорел на солнце в гостях. Короче, понятно. Значит, веселый плеск. На следующую неделю, значит, у нас в планах логика. Помириться, может быть, с мужиком. А может быть и нет. А может... Кстати. Сесть. Ну-ка. Ты же пару сможешь теперь. У тебя, конечно, свое каноэ в кармане есть. Но чужое это прикольней. Она ж может... А, подождите, она и раньше могла ставить цветочный парус, мне кажется. Вот. Цветочный парус. А, красота. Мне кажется, оно и раньше было доступно. Все. Прощевайте, глупцы. Жалко, что на каноэ нельзя нескольким кататься. Было бы прикольно. Такая и уплыла в закат. Или куда там, в рассвет. Все, давайте на этом на сегодня заканчиваем. Свернула игру на 3 минутки, называется. Сколько так моих мужиков уже померло? Даша, это у тебя Энмари, кстати, реально с мужиками не везет в этом плане, что только ты на них не смотришь. Они раз то топятся, то сгорают. Пыталась утопить официанта, так его русалка какая-то левая спасла, второй раз тупо свалил. Жизнь, боль. В общем, большое спасибо всем за компанию. У нас было сегодня очень угарно. Мире большое спасибо за донатики. И Дель тоже. И увидимся с вами в среду вечером.
на вязание на морскую тему, а Sims у нас в четверг в 2 часа дня. Будем ушастиков строить дальше. Все, всем хорошего окончания дня, чтобы вам ужин принесли, а не донесли и уронили. Все, всем пока-пока.